Работают ребята. Сильно подвешивать стали. Хорошо, никого не было, вообще чистенько так. А полотен же приели. Да, привыкли сильно. На завтра он поднял его, пока никто не мешает, что чисто все нормально. В том-то дело. В этом совсем дело. Ладно, спасибо за вас, за время. Сейчас я так пытаюсь, что там все есть. Так, ребята, есть кто еще на метре? Свободная станция «Орлан» приглашает Ковчетов. «Орлан, Орлан, седьмой Ковчетов, вот вас». Чуть-чуть высоких не хватает, но как-то немного захватывающих сторон не добавляешь. Ну я так слышу, не знаю, как ребята понимают. Я на свои наушники так как слышу. В основном средние частоты. А так все просто высоко, то чисто хорошо. Вот я с этим как его. С ураганом работал, 8 район. Тебя я чуть-чуть повыше слышу относительно станции «Ураган». Сергей Рубин. Так тебя я чуть-чуть погромче слышу, станция погромче. Так, пересвет, а нам принято на поле. Ну, они слышат, что-то они неправильно, то есть, что-то у меня с индикатором случилось, что-то у меня плохо надеялся, либо шея наполна. Самореакцию я теперь почитал, а они слышат до чего-то, последнее время, я не знаю, что-то я не либо ты на чем работаешь, я что-то не разобрал. Ну и как-то что-то видать на 12 ситуации смотрю, классно разбирается. Ну такое ощущение, что все что-то сделаю, что-то хорошо. Ну не буду отвечать, я не буду отвечаться. Пожалуйста, вам прием. Да, получено, работа оторвана, пересвет. Принято. Вот, я говорю, у тебя что-то с модуляцией немного чипета. Сама разборка какая-то, знаешь, не такая ясная. Из-за того, что сегодня низкие частоты, как будто немного как в бочку получается. Так, ну явно высоких не хватает. Вот, пока вот так слышу. И там кто-то на тебя подходил. Кто-то настраивался на тебя, не знаю кто. Что-то у нас вообще странное, уже подпортили. Я так не слышу. Ну, пока вот 8 баллов по прохождению так слышу. Такие дела, пересвет, это «Орлан».
Ну, что-то с модерацией надо делать, потому что разборка не очень. Вроде все чисто, но она не такая неясная. Вот, неясная модерация такая. Избирательность такая мягкая. Так, в принципе. Кратенько я выхватил абориген, подходил. И дуга подходил, Юра тоже слышно. Салам алейкум, ребята. Добрый вечер. Так, бука 9, да. Абориген тоже где-то в пределах 8. Ну, кратенько, просто ты услышал, там все волнуем, как раз. Дуга работает, и ноги подпекла. Резин уже каком? Через Орлова.